Красноярский волейбольный «Енисей» одержал победу над новокубышевским клубом «Нова» в чемпионате России. Матч проходил в Красноярске. Наши спортсмены обошли гостей со счетом 3-1. По словам тренеров и болельщиков, игра получилась напряженной. Уже с первых минут «Нова» играла практически без ошибок, не позволяя красноярцам оторваться больше, чем на пару очков. Первую партию нашим волейболистам удалось отыграть с преимуществом, однако к середине игры гости сравняли счет. После, благодаря стремительным атакам, «Енисей» буквально вырвал победу из рук гостей. Таким образом, наша команда одержала победу уже в третьей игре подряд и закрепилась на 7-й строчке турнирной таблицы среди команд Суперлиги. Результатом я доволен. Как бы она ни складывалась, сегодня могу, наверное, одну из первых игр сказать, когда я доволен даже с победой, даже с тем количеством ошибок, которые мы делали. Почему? Потому что знали, готовились, что «Нова» приедет к нам не просто сражаться, а приедет набирать очки. Вот, поэтому мы к ним готовились, и, на мой взгляд, они даже сыграли в некоторых моментах чуть лучше, чем они делали до этого. Поэтому нам было тяжело сегодня.